Уже в среду, 6 мая, на канале ТВЦ вы сможете посмотреть 4-серийную мелодраму под названием «Пианистка». Свадьба друга и коллеги Андрея заканчивается скандалом. В самый разгар веселья выпивший лишнего жених достает подаренный Андреем карабин и устраивает шуточную охоту на гостей. А на утро Григория находит мертвым во дворе собственного дома. Под подозрением все, кто был в доме на празднике. Маша уверена, что среди ее друзей нет убийцы, но разговаривая с ними, с удивлением обнаруживает, что почти все они ей врут.